Хочу обратить внимание, что у нас вот в октябре будет проводить семинар Российский академический молодежный театр, который имеет уже десятилетний опыт работы. У них даже есть целый экспериментальный отдел по работе со зрителями. Есть целый штат очень компетентных сотрудников. Вот. Они заинтересовались теми проектами, которые у нас в театре есть. Мы тоже понимаем, что имея только один зал и показывая спектакли, к сожалению, это малые сцены, но мы к этому идем, мы очень в ожидании этого. Мы понимаем, что театр должен выполнять еще и социальную функцию. У нас есть очень интересные проекты «Создавая театр». Это инклюзивный проект, где ребятки, самые обычные, особенные дети, с ними занимаются именно театральным делом, ставятся эскизы, даже спектакль. У нас хороший педагог с горящими глазами. Вот это очень важно. В детском театре должны работать молодые, желающие работать, которые любят театр, любят детей и находят вот этот путь к сердцу ребенка, потому что там должен быть театр, должен быть местом откровенного диалога, разговора на то, что важно и волнует ребенка и молодежь. Это важно, потому что дети развиваются молниеносно, они настолько стремительно бегут, растут, и театр не должен отставать. Это всероссийский семинар по работе со зрителями, который ориентирован для педагогов, именно театр для детей и молодежи, именно тюзы. И приедут специалисты ведущих тюзов, которые будут делиться своим опытом.